Всем доброго дня. Привет. Жека у нас. Еду я на ласточку. Так. Смотрю, джабаря пасутся. Так. Смотрю, ну, голубь вроде как летный. Ага. Яша, нету, ни зерна, ничего. И так хлеба, ну, кусок лежит. Они долбут. Ага. Подходить, ловить не года. Срываются, прилетают на мусорку. Я ж смотрю, летное, с кольцом. Уже кольцо смотрю. Я за тот кусок хлеба, крышу его, переезжаю до мусорки, начинаю сыпать. Джебари то шарахаются, шарахаются. Ну, с третьей попытки поймал. Смотрю кольцо, написано «Бабич». Думаю, ё-моё, ну я тебе сразу и позвонил. Ё-моё. Ну, ты знаешь, Жека, я вот это, знаешь, что хочу сказать? Та была не такая голубка. Ты понимаешь? Ну, я ж не знаю. А ну-ка, ты... держи-ка, это уж интересно. Алё, откуда это... Бабичья голубка. 12-й год я посмотрел там на кольцо. Да? Это интересно. Смотрим кольцо. Бабич. Да, 13-й год. 12-й там было, по-моему. А? 12-й там, по-моему, было. 12-й год, бабич. Кино и немцы. Ты представляешь? Ну, думаю. Ну, факт тот, что вот эта голубка, как она могла очутиться? Ну, это... Ну, на это, ласточке. Эта голубка не полигона. Не полигона. Почему? Потому что... Я, может, конечно... она уже с жебрем с пором. Ты же видишь, она видно давно, ну, да, по мусоркам, да, летает. Да. Так она еще и как зря ее, ну, я ее не мог поймать, она не подпускала. Понятно. Ну а что будем делать, если ж это, ну, она-то бабича, но факт тот, что как она могла попасть? Ну это, ну, не с полигона. Ну я ж не знаю, Вов. Это не с полигона. Ну по идее ж тебе ж присылали или давали. Ну давай сделаем так, я ее заберу на дачу, понял? Ну смотри сам. Потому так. Что сейчас ее не приучить, понял? Ну конечно, я хотел, да, про выпуск. Значит, думал, да, сейчас... А сейчас мы узнаем вот эту историю, значит, смотрите. Значит, голубка по кольцу бабича, накормлена все, но та, которую он мне присылал, она была и побольше, и по это самое. И полосатарябая она была, как бы... Мало полосатарябая, понимаешь? А вот это бабича откуда взялась? Значит, хозяин посмотрит, он нам расскажет. Кольцо, я сейчас продиктую им все это дело. Значит, смотрите, кольцо, на кольце написано «Бабич, ВП, 12-й год, ё-моё». Или так, номер кольца, 042. Значит, смотри, расскажи, пожалуйста, нам... Сделай репортаж или мне лично позвони, но лучше сделай репортаж. Как эта голубка твоя 12-го года оказалась у нас здесь? Просто интересно, ты понимаешь, это интересная история будет. Не, ну я думаю, может ты забыл, может он когда-то или передавал, или писал. Не-не-не-не-не-не-не-не, он мне раз передавал это самое, разных голубей. Ну как бы, я это точно помню, одну передавал черную, потом одну эту самую. Вот она с жебарями, можно сказать, это будет. Пусть она, конечно, потому что почему я. Она же раз она с жебарями, ты ее не удержишь, понял? Да, конечно, она же у нас надо... тоже раз наша прожила, да, месяц с жебарями. Домой принесли. Ее надо она... на чердак. Неизвестно, сколько она там с жебарями, понимаешь? А как ты увидел? По перелету узнал, что она. Да я ж смотрю, что не пойму. Ну, такое, ну вот как он, два джебаря пасется и летно. Оно ж сразу ну, отличается. Вот так же ее, ну смотрю, блин. Потом смотрю кольцо, думаю, стоит. А джебаря ж думаю. Это интересная очень история. Репортаж назову для бабича. Нашлась голубка. Но голубка это, он сделает репортаж или мне позвонит. Интересно узнать, что и как. Голубка хорошая, чем она мне нравится. Я люблю таких небольших голубок. В основном мне присылают. Да ну. Конституция так клонных костей не очень. Но это я же говорю, не говорит ни о чем. Это говорит о стандарте, там, о моих личных этих, а так, голубка отличная. Спасибо, Женя. Да не за что. Потому что я ж, когда ты мне сказал, бабича голубка полосатарябая, я ж помню, что ту полосатарябую, которая была на полигоне, ее впоймал, не впоймал, она прибилась к этому, к Славе Телеграфу. Он мне ее не отдал. Потом у Щека мне сказал, что ее, помнишь историю, что ее, ну, помню, съел, помню, ястреб. Когда ты мне сказал, я бабича голубку прям поймал полосатарябую, я думаю, ё-моё, так как же так? В общем, это просто интересно. Просто, ну, видишь, хлебом накормлена, я говорю, ну она там, ну, да, что, там, да, на мусорке хлеб. Сейчас я ее отсаживаю, в общем, забираю на дачу. Там у меня есть хороший. А, кстати, у меня есть голубь, знаешь какой? Скорее всего, что, ну, может, она возьмет этого самого по ангелам конопата. Понял? Есть у меня там. Я буквально сегодня этому отдал
этому часовщику белого голубя. Mm-hmm. Понял? Ей бы белого голубя или там полосатого. Да никто ж не знал, что так получится. Да, никто не знал, что так. Все. Я, в общем, ее приучаю туда-сюда, а потом, mm-hmm. возможно, как она уже, ну, потом, может, и заберешь. Понял? Хорошо? Да ну смотри сам, я ж. Uh-huh. Все. Ну я тоже пользуюсь, кажется, возможностью. Привет передаю Бабичу, Вове Попову. Я обратился там по вопросам. Мне помогли, рассказали. Uh-huh. Так что, мужики, спасибо вам огромное. Вот ваша, ребята, голубка Женя мне принес. Думал, что это вы мне присылали, но нет. Как это попало, голубка 12-го года? Ждем от вас, ребята, это самое. Если она как-то или залетала, куда она, чего делать, можем, конечно, и если она вам ценная. Можем вам потом через Веселовского ее передать, если она вам ценная. Все, на этом все. Спасибо, ребята, за внимание. Ребята, ну после того, как я взял голубку, что нужно в первую очередь сделать, когда голуби, ну, не ваши, ну и тем более они где-то там паслись жибарями. Первое, что нужно, это отсадить ее отдельно. И даю я, ребята, сразу же ей пепаразин. 1/4 таблеточки. И вот я ее 4 дня, ей нужно давать по 1/4. 4 дня. Дам ей пепаразинчика. И ждем от Бабича репортажа. Ну или хотя бы звонка. Вот такая голубка его. Откуда взялась, просто диву даюсь.